Лучшим журналистам Казахстана присудили премии и гранты от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев. Он отметил, что роль СМИ очень высока в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны. Так, сегодня наградили сразу двух журналистов агентства «Хабар». Шеф-редактора и корреспондента аналитической программы «ЖЕТ» за вклад в развитие отечественной тележурналистики Александра Трухачева. Он удостоен премии. А один из президентских грантов вручили Махпал Мадияровой. Кроме того, глава государства поручил объявить благодарность президента в области СМИ творческому коллективу газеты «Анатоле» за значительный вклад в развитие национальной прессы. Информационному агентству «Казинформ» и газете «Казахстанская правда». Особо приятно, что и премия, и грант президента пришли не просто в агентство «Хабар», и пришли не просто на телеканал «Хабар», но они пришли в отдел аналитических программ, в котором работаю я. Вот я получил премию, моя коллега Макпал Мадьярова получила грант. Я думаю, что это оценка нашей работы, оценка работы программы, прежде всего программы «ЖТКН», и нам, наверное, втройне, вчетверне это приятно.